Друзья, всем привет! Сегодня хочу поднять такую очень важную тему для процесса выращивания растений, растений вообще комнатных и, в частности, суккулентов. А тема горшков для суккулентов, домиков для растений. В общем, в какие горшочки я сажаю свои растения, почему сажаю в такие, и так далее, и тому подобное. С чего хочу начать? Ну, наверное, с того, что вы видите сейчас наглядно, где сидят мои растения. Это керамические горшочки, терракотовые, обычные, двух размеров. Вот здесь семерочка, вот они семерочки стоят, и девяточки. Начну с того, почему выбираю горшки керамические. Потому что если вы смотрите, что я думаю, скорее всего, происходит не только меня, но и других блогеров, вы видите, что часто горшки сажаются в пластик. Нету какого-то правильного и неправильного метода, и в то же время я выбираю именно керамику. Причем керамику выбираю без глазури, без покраски, то есть это горшки, я сейчас возьму, обычные, ничем не обработанные, терракотовые, но вообще они разных цветов бывают, все зависит от глины, то есть это обычная необработанная глина, такая шершавенькая на ощупь. Чем она мне нравится? Нравится она мне тем, что вот эта керамика, она необработанная, да, она пористая. И горшочки, в таких горшочках растение, во-первых, дышит, а во-вторых, это дополнительный отвод лишней влаги. Известно, что для суккулентов очень важен умеренный полив и что перелив для них губителен. То есть может возникнуть такая штука, как гниль корневая, очень неприятная. И растение может либо совсем погибнуть, либо достаточно сильно стагнировать, и его потом нужно будет, в общем, приводить в чувство. Вот в таких горшочках перелив, точнее, его вероятность сокращается. Я новичок в разведении суккулентов, поэтому для меня, значит, для новичка, который еще не владеет, скажем так, способами регуляции полива на каком-то более-менее таком продвинутом уровне, это очень ценно, что есть такая возможность. В общем, не перелить растения, просто используя правильную тару для этого. И для того, чтобы показать вам, как этот горшочек дышит, как он выводит влагу, я вам продемонстрирую сейчас пример. Вот у меня на соседней полочке есть того, что образуется на стенках горшка. Вот, например, у меня есть горшочек. Чистый, я его помыла, вот я его сейчас вам показываю. Видите, он, ну вот сейчас я показываю, видите, он такой в пятнах, в черных. Это вот разводы от земли. Вот тут по каемке тоже видно разводы. Сейчас попробую сравнить с горшочком, который, кто так положить, который совсем свежий, совсем новенький. Пожалуйста, вот свежий горшочек, вот использованный горшочек. То есть вся вот эта вот почва, какие-то остатки удобрений, или вот, например, я недавно стала использовать кремневит, а кремневит очень сильно пылит, и у него тоже появляются, от него тоже появляются разводы белые. Сейчас тоже покажу. Вот поднялась чуть выше по стеллажу и буду показывать. Недавно заметила. Вот, смотрите.
Вот это разводы белые, которые выступают на стенках горшка от вот этой вот как раз пыли, от кремневита. Новый наполнитель для грунта, который я недавно попробовала. В целом пока что довольна им, но вот есть такой побочный эффект. Ну, и земля, в общем-то, проступает, да, и удобрения проступают. Я вам покажу еще фотографию, как и вот эту партию я обрабатывала, прям вот этих растений. Как я ее обрабатывала удобрением, прошу прощения, обрабатывала, значит, средством от насекомых. И у меня все стенки этих горшков были покрыты удобрением. То есть это что означает? Что удобрение вот таким вот образом выводится из горшочка через поры керамики, полностью выводится постепенно. Потом еще отмывала эти стенки. Ну, что-то отмывается, что-то не отмывается. От этого, конечно, страдает внешний вид горшка, но для меня это, в общем-то, не проблема. Потому что, в принципе, горшочки, например, пластиковые, они тоже выгорают, если они стоят на солнце. Все горшки со временем портятся, так или иначе. Кто-то просто быстрее, кто-то медленней. Вот, то есть я вам показала, продемонстрировала вот эту дышащую способность керамических горшочков. А добавок ко всему, если еще у вас есть этот грунт разрыхленный, точнее, в достаточно большом количестве разрыхлителей. Собственно, такой грунт обычно и используют для суккулентов. Я пример такого грунта, смеси, тоже делала на своем канале не так давно. Ссылочку обязательно оставлю. Вот, то есть в этой комбинации горшок и грунт залить суккулент становится сложнее. Ну, конечно, все можно, если очень стараться. Но в целом процесс этот сложнее. По незнанию, по неопытности, то, что есть у новичков. Такие горшочки бывают очень-очень помогают. И это, наверное, основной, в общем-то, принцип, по которому я заказываю именно керамические горшки. Переместилась снова на пол. Второй принцип. Вы видите, что эти горшочки имеют овальную форму, что тоже редкость. Часто ради экономии места люди покупают горшочки такого квадратного типа. Ну вот у меня они тоже есть. Вот здесь сейчас мы переместимся на полочку, где стоят мои залежи горшочков, запасы. Вот, например, у меня тут есть пятерочка. В таких горшках я, значит, это мне на кактус-фесте продавали кактусы. Да, кактусы, по-моему. Ну, вот такая есть у меня штука. Есть у меня побольше. Вот в этом мне мою пульвинату корейскую продавали. Вот. Ну так в чего? Если ставить эти горшки рядом, сейчас попробую это вытащить, то получается как? Их можно очень плотненько друг к другу поставить и, по сути, сэкономить место, да? Когда мы ставим рядышком керамические горшки, да и неважно, и не керамические, любые, но имеется в виду круглые такой формы, то есть, да, сейчас поставлю, такие зазоры. Ну, вроде как, выглядит неэкономно, да? Но, знаете, здесь что скажу? Здесь для меня это дело вкуса. Мне, наоборот, очень нравится, что суккулентам есть, скажем так, где подышать, что ли. У меня даже на стеллаже полки, видите, с такими зазорами. И я стараюсь на полочку вот так вот горшочки ставить, чтобы между ними тоже образовывалось место. Конечно, я тоже испытываю недостаток места, хотя сейчас, может быть, не острый, но я понимаю, что рано или поздно я к этому приду. Но мне не хочется обращаться с этим недостатком вот таким образом, чтобы просто суккуленты стояли таким, знаете, ковром, полотном. Мне это не нравится, хотя я знаю, что в целях экономии действительно так часто делается. Вот поэтому я выбираю горшки
Вот такого плана овальные, чтобы было пространство у растений, куда расти, чтобы был воздух. Вот. Вот, собственно, наверное, это основные какие-то критерии. Ну и еще, честно говоря, мне больше нравится, даже чисто визуально, именно керамика. Пару слов конкретно об этих горшках. Где я их беру? Потому что сейчас в моей коллекции довольно так много. Там уже не будет видно. Но, в общем, довольно-таки много видов растений. Я насчитала 76 видов уже. Это только экземпляры материнские, а еще есть какие-то детки. В общем, они все сидят в горшках. Где я их взяла? И вот у меня еще кучка тут горшков стоит. Ну, что я скажу? Это обычные горшки из Ашана. По-моему, вот маленькие стоят, я смотрела буквально вчера, в районе 40 рублей. Там 41, что ли, что-то типа такого. А большие, большие — это девятки. Ну, то есть, на самом деле, этот горшок такой золотой стандарт, девяточка, да? Фиалочники их очень любят. Такие размеры, в них очень удобно сажать фиалки. Вот, и не только фиалочники, суккулентоводы тоже. Вот, по-моему, в районе 53 рублей он стоит в Ашане. Могу ошибаться, но вот там такой разброс, по-моему, семерка в районе 40 с чем-то, а девятка в районе 50 с чем-то. И, как видите, у меня здесь есть небольшой запас таких горшочков. Пластиковые тоже есть, но пластиковые, вот, во-первых, все эти горшки я не покупала. Сразу скажу, это горшки, которые остались у меня от покупок растений, как правило, либо вот на ярмарке, на выставке Cactus Fest. Они там любят продавать вот в горшочках, либо с корнями просто вытаскивают растения, но чаще все-таки в горшках. Либо вот то, что я брала в магазинах офлайновых, то есть Succulentium, где я покупала на месте в магазине, All Florarium, там тоже вот все в горшочках. Вот, а так я пластиковые горшки не покупала. Тем не менее, я их иногда использую. Вот сейчас покажу вам, в каких случаях я их использую. Ну вот, например. Пример того, когда я использую пластик. Это у меня череночки. Краслые, оваты, вариант минор. Когда я формировала свою овату, я эти череночки отрезала и поставила три штуки, вот так вот напичкала в этот пластиковый горшок. Хочу сказать этим то, что в пластике у меня хранятся, как правило, растения, которые стоят на укоренении, либо я, допустим, считаю их не основными в моей коллекции, какими-то еще пока что непонятными, неприкаянными. То ли я их повыращиваю, то ли я их буду там отдавать или продавать. То есть это временные домики. Я использую пластик как временный дом. Плюс ко всему, по три растения в одном горшке, как правило, я не храню. Это тоже говорит о временности. Вот. Ну, я имею в виду краслу древовидные. Конечно, вот какие-нибудь малютки-то у меня есть по три в горшке, а будет и больше. Вот. Здесь каждую красу я выращиваю как полноценное растение, поэтому три штуки в горшке – это для меня какая-то, в общем, нестандартная история. Вот, то есть временный домик. У меня также есть еще пластиковые горшочки тут. Но это прям вот… Теперь у меня здесь детки сидят в пластике. Пластики для рассады. Вот эти горшки покупала я сама. До этого детки у меня росли в горшочках, ну, импровизированных горшочках от яичной скорлупы. Такие, в общем, знаете, такие бумажные контейнеры, где яйца продают. Очень, на самом деле, много места занимали, поэтому я, когда вспомнила, что у меня есть вот такие горшки для рассады, я просто в восторге была. Место сразу в два раза меньше они занимают. Вот, тут тоже пластик. Здесь сидят детки. Детки, либо вот растюшки на укоренении. Вот у меня в пластике сеянцы еще сидят. Вот сеянцы в мини-тепличке. И все.
Больше у меня ничего в пластике не сидит. Ну и если я когда-нибудь буду на каких-нибудь выставках, ярмарках участвовать с суккулентами, и буду там, допустим, свои растения продавать, мало ли что может случиться, что мне в голову взбредет, то тоже, конечно, я бы их продавала в пластике. Я отношусь к пластику как к транспортировочному материалу. Есть такая в этом штука, да? Во-первых, он не дышит. Во-вторых, да, есть, конечно, да, позитивные вот эти моменты, которые некоторые воспринимают как позитивные, но надо как посмотреть, да, что, во-первых, они дешевле, как правило, такие горшки, они, как правило, занимают меньше места, если это квадратный горшочек, и вот они так утрамбованы друг к другу, ну и так далее и тому подобное. Но пластик не дышит. Если покупать пластиковый горшочек, если, например, все-таки вам больше так нравится, тогда бы я рекомендовала покупать белый горшок, нежели черный. Потому что черный горшок, если его поставите на солнце, он еще и зараза будет греться просто ужасно. Вот. А в отличие от белого, который будет греться меньше. Это просто физика. Вот. Но белый со временем желтеет. Как правило, пластмасса желтеет. Но тут как бы, как я и говорила, тут с керамикой есть такая штука, что она тоже на стенках потом показывает, в общем, все свое содержимое. Почвы, удобрений и прочего, прочего, прочего. Вот. Ну, наверное, основной минус для меня – это то, что в пластике растение не дышит. Ну и, конечно, да, эстетика для меня тоже важна. Что-то я не фанат пластика, вот прям совсем. Вот керамика мне нравится больше. Еще есть такой очень важный и интересный момент, который мне хочется осветить, это размеры горшков. Размеры, как правило, у меня самые распространенные – это два. Это вот семерочка и девяточка. Семерка и девятка. Но также у меня есть немножечко пятерок. Сейчас покажу, как выглядят эти пятерки. Они выглядят просто как наперстки. Вот такие малюсенькие. И, кстати, хочу вам показать, как выглядит пятерка керамическая и пятерка пластиковая. Посмотрите. Вот это все пятерки. Но пятерочка вот такая. Ну да, здесь обычно... А, вру, знаете, здесь 5,5. То, что пластиковые горшки, которые обычно пятерки, они на самом деле чуть побольше. Но тем не менее, смотрите, пятерка, вот это прям пятерка. И она... Здесь лау моя сидит маленькая. Видите, какая низкая по сравнению с вот этой 5,5. Это важно тоже учитывать, что горшки... Керамические, пластиковые могут еще очень сильно отличаться по размеру. Вот, например, тоже я говорю, другие блогеры говорят, горшок пятерка, горшок семерка. Ну, пятерка пятерки и семерка семерки рознь. Поэтому, когда вы все это примеряете к своим растениям, пожалуйста, это учитывайте, что нужно делать скидку на то, что какая это пятерка и какая это семерка. Вот. Ну и агава, которая у меня тут еще сидит. И отсушивает потихонечку листочки. Сейчас я решила вообще ее не трогать. Пусть адаптируется, страдает там. Надеюсь, отойдет. Короче, сидит она у меня в горшке 11 размера. Рядом с семерками. В общем, самые основные объемы это у меня 7,9, которые я вам показываю во всех своих видео. И иногда у меня появляются вот такие крошки, пятерки. И появляются 11-е. Но в 11-х размерах горшков я буду сажать древовидные формы растений. Ну, агавы. Агавы просто сами по себе вот не как-то, знаете, в маленьком объеме агавы не раскрывает просто в себя. Даже если это самый маленький миниатюрный компактный сорт. Вот. А древовидные красулы. Древовидные формы растений, там у меня есть седум древовидный.
Или, например, те растения, которые сами по себе не древовидные, но, например, я их захотела растить как деревце. Тоже в 11 горшки, может быть, даже и в большие объемы. Но вот стандартная стеллажная форма все-таки это семерка и девятка. Даже я больше к девятке склоняюсь. Поэтому у меня больше всего горшочков именно таких размеров. Вот. Ну, на этом, наверное, все. И, в общем-то, вот мой ответ, почему я использую именно такие горшки. Да, при этом хочется мне до вас донести такую идею и такую мысль, что мой опыт того, какие горшки использую я, не означает, что это что-то правильное, или, например, использовать пластик неправильно, или там еще какие-то горшки. Это я только две здесь формы рассмотрела, но ведь бывают и другие. Бетонные, например, или кашпо. А у меня, кстати, да, важно, что все горшки я рассматривала с дренажным отверстием. Здесь нет кашпо. Вообще принципиально нет кашпо. И не будет. Тоже по принципу того, чтобы растение дышало. Но, тем не менее, это не означает, что есть какой-то правильный метод и неправильный. Все нужно учитывать в контексте. Потому что вот я говорю, что я новичок, и вот мой контекст такой, контекст новичка. Я переживаю за перелив растений, с наращиванием коллекции я могу еще больше за чем-то не уследить, хотя я много провожу времени с растениями. И поэтому для меня этот вариант является наиболее безопасным. Также, если я, например, выношу растения на солнце, с керамикой тоже проще, нежели чем с горшками пластиковыми. Она гораздо меньше греется. Вот. Поэтому мой выбор такой. Но это совершенно не означает, что другие варианты неправильные. Вот. Поэтому здесь дело не в правильности и неправильности, а дело в том варианте, который будет оптимален именно для вас. Ну и поделилась тем вариантом, который оптимален для меня. Вот, а на этом все. Большое спасибо вам за просмотры. Если еще остались вопросы по горшкам, я обязательно отвечу в них в комментариях. Да, и пока-пока.